административная комиссия у меня тоже по моему отдельному поручению проверяла ямы, да? Пожалуйста, пару слов. Мы проводили проверку на той неделе всех обращений в ЕЦУР по ямам. Значит, их было 78, из них уже было какое-то количество отработано, там 6 ям было отработано. И по результатам по выездам мы выяснили, что 68% ям было не отработано. Вот сейчас в данный момент тоже идет объезд с фиксацией того, что произошло за выходные. Хорошо. Еще раз об этом говорю. Ямы – наше все. Все. Сейчас на этом основной акцент. То вы мне рассказывали, у вас мороз, солнце, снег. Вот. Теперь у вас с резинкой дождь выпал внезапно. Вот. По ямам вы мне ничего не расскажете. Потому что как только дождь прошел, никто нам не мешает. Главное, чтобы мороза не было. Технологии сегодня все нам позволяют это делать в оперативном режиме.